Гамак. В любое время, в любой момент сделаю тебе гамак такой, какой никто не сделал. Пацаны и пацаны, совсем доброго, привет. Чудо-люди Фит Володарский. Я это уже видел. Собственно, анимационная неделя у Сындука продолжается, а мы с тобой ее продолжаем смотреть здесь вместе. Вместе все, почти что все анимации, кроме одной. Что-то одну я не захотел смотреть, все остальные смотрим. Опять же, на самом деле продолжаем смотреть только за счет ваших пальчиков, потому что я вижу ваш интерес. Мне тоже это интересно. Они очень каратиничные, эти анимации, но прикольные. Все, давайте смотреть. Лайкосик авансиком, спасибо большое. Подписулечки организуйте, если еще не подписаны, с бубенцами. Ссылочка на оригинал внизу. Поехали. От Егора. Я это уже видел. На самом деле, ничего из этого я это уже не видел, но... Тем не менее. Гамак. Что конкретно он умеет делать? Гамак? В любое время, в любой момент сделаю тебе гамак такой, какой никто не сделал. Деньги. Чудо-люди. Хмырь. Офисный. Степлер. Тоже офисный, кстати. Пранк. Вселенная, где все супергерои очень странные. Сита. Доктор Рай. А доктор Ад будет? Жаровня. Ну, жаровня, кстати, неплохая, я скажу так чисто. Есть что пожарить. Я должен был, обязан был так пошутить. Что? Понятно. Вертихвостка. Вот это неплохо. Глазунья. Что она умеет делать, другой вопрос. Зазнайка. А у зазнайки просто способность заставлять носить себя на плечах. Просто вот любого человека может заставить. Мистер Стол. Честь. Змееносец. Змееносец. Букварь. Какая срань. Болтун. Ну вот это хотя бы выглядит как нечто. Студень. Мельница. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Вы чувствуете это напряжение? Ярлык. Чудо-люди. Володарский участвовал, еще не конец. Господи. Спасать мир? Это сказал, по-моему, Степлер, если не ошибаюсь. У кого какие идеи? Я хз. Я могу загуглить главные проблемы человечества. Да, давай. Так. Болезни. Чудо-люди, внимание. Среди нас есть кто-то с медицинским образованием? Возможно, богатые? Кто-то, кто мог бы задонатить для решения проблемы? Нет? Ладно, идем дальше. Мировой экономический кризис. Да! Не, есть у кого экономическое образование? Что? У меня нету. Почему? У меня нету, вот у меня точно нет. Ладно, может быть, просто образование? О! Кто-нибудь умеет вообще считать? Окей, ладно, так... Такой, я Степлер. Да, может быть, тогда пойдем нажрёмся? Чудо-люди! 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 Всё, всё, вот такие вот чудо-люди, ребята. Супер полезные мстители, отойдите. Ну, забавно достаточно. Некоторые персонажи мне прям понравились. Мне прям вот Степлер, Зазнайка и Вертихвостка, честно. Вот прям, наверное, они. Можете написать, кто вам. Всего этого пула супергероев больше всего понравился и запомнился. Все, спасибо, что составили компанию. Опять же, пальчики ставьте, обязательно не забывайте. Только за счет них мы продолжаем эту неделю анимации смотреть вместе с Индуком. Потому что они ежедневно выходят, эти анимации. Все, подписывайтесь, организуйте, если еще не подписаны. Ссылочка на оригинал, как я и сказал, уже внизу. Увидимся с тобой где-нибудь и когда-нибудь.